Человеческий и профессиональный призыв участникам глобального медиафорума, проходящего в оккупированном Азербайджаном Шуши, от лица сообщества журналистов Республики Арцах. Уважаемые журналисты и участники глобального медиафорума, учитывая, что вы посетили страну по приглашению ее диктаторского режима, учитывая, что один из самых негативных показателей Азербайджана в обеспечении свободы слова в мире, включая многочисленных журналистов, которые в настоящее время находятся в заключении и подвергаются притеснениям, принимая во внимание многолетний опыт Азербайджана в манипуляциях, фальсификациях и незаконном влиянии на международные СМИ, принимая во внимание азербайджанскую политику фальсификации истории и культуры коренного армянского народа Нагорного Карабаха, включая Шуши, в свете антиармянской этнической ненависти и дискриминационной политики Азербайджана, с многочисленными примерами, зафиксированными международными судами и правозащитными организациями, привлекая внимание к тому факту, что Азербайджан удерживает население Нагорного Карабаха численностью 120 тысяч человек, вот уже более 7 месяцев в блокаде и 5 недель в тотальной осаде без каких-либо поставок продовольствия, медикаментов, топлива и других предметов первой необходимости, будучи крайне обеспокоены резким обострением гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе с высоким риском голода, удвоенным уровнем смертности среди новорожденных и еще нерожденных младенцев, 90% случаев анемии среди беременных женщин, приостановлением работы общественного транспорта, сельскохозяйственной и другой экономической деятельности, а также резким повышением уровня безработицы и бедности, принимая во внимание отказ Азербайджана выполнять юридически обязательные решения Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека об обеспечении беспрепятственного двустороннего передвижения людей, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией и остальным миром, учитывая препятствия со стороны Азербайджана работы любых международных миссий по установлению фактов международных журналистов и гуманитарных организаций в Нагорном Карабахе, чтобы зафиксировать и сообщить о реальной ситуации на месте, мы, журналисты Нагорно-Карабахской Республики, призываем вас предпринять следующие шаги. Прекратить предоставление только односторонней информации и нарративов о Нагорном Карабахе, блокаде и конфликте в целом. Прекратить поддержку диктаторских вопиющих нарушений свободы слова и прав народа Нагорного Карабаха. Приехать в наши общины в нескольких километрах от вас, чтобы осветить реальную жизнь наших людей, истинное лицо тех, кто пригласил и накормил вас в Шуши. Оставаться преданным своей миссии журналиста, показывать правду и защищать права и достоинства человека, воздержаться от становления инструментом в руках диктатора и продвижения политики этнических чисток. В противном случае вы будете нести тяжелую ответственность за это продолжающееся преступление против человечности. Освещение фальшивого рая рядом с адом является нечеловеческим, непрофессиональным, незаконным подходом. Мы верим, что вы можете изменить мир и спасти человеческие жизни наших людей. Мы ожидаем вашей человеческой и профессиональной поддержки в отстаивании истины, прав, свобод и достоинства человека.